какой-то момент ты поймешь, что в мире все не столь важно. Наша жизнь слишком эфемерна и скоротечна. Постарайся избавиться от всех якорей, наслаждайся жизнью каждый день. Ты можешь жить по расписанию, ходить на работу, учебу и еще успевать в спортзал. А можешь жить так, как ты хочешь действительно. Всюду опаздывать, носить клевые свитера из секонд-хенда, есть пиццу в ресторане руками. Неважно, ты не будешь хуже, если будешь жить так, как хочешь ты. Нет ничего плохого, чтобы быть собой. И если тебе нравится жить по расписанию, окей, никто не запрещает. Но и ты никому не запрещай жить, как он хочет. Никто не может тебя заставить быть кем-то другим. Ты можешь слышать своих родителей, но не обязан до старости быть тем, кем они хотят тебя видеть. Ты никому ничего не должен. Твоя жизнь принадлежит только тебе.